Приветствуем всех зрителей и подписчиков на нашем канале. Перед просмотром этого видео убедительная просьба поставить лайк, а также подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие видеоролики и быть всегда в курсе событий, нажмите на колокольчик. Благодарим за понимание. Помощница Едиты Пьехи Нина Чувашова в беседе с Москвой 24 рассказала, что певица часто смотрит записи выступлений со своим участием последнее время Эдита Пьеха редко появляется на публике. В начале этого года в программе «Привет» певица заявила, что устала от сцены. Несколько месяцев назад ее внук Стас Пьеха сообщил в интервью YouTube-каналу «Алена Блин», что у артистки проблемы с ногами. По словам Чувашова, и сейчас Эдита Пьеха живет в своем доме под Петербургом. Из-за сложной эпидемиологической обстановки певица никуда не выезжает и гостей не принимает, уточнила ее представитель. Живет как все, переживает за страну, за коронавирус, смотрит телевизор, выходит на воздух, когда погода хорошая. Дома артистка не поет, зато часто смотрит записи своих выступлений. Многое сейчас выкладывают в интернете, поэтому мы включаем, а она с удовольствием смотрит старые записи. И говорит, что хорошо пела, рассказывает Чувашова. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарна за то, что пишете комментарии под видео. Это помогает.